Мне тут задали милый вопрос, что делать, если чувствуешь себя тупым, ничего не можешь разобраться ни в чем, и как это принять? Ну, во-первых, это, скорее всего, не объективно, да? Потому что люди со сниженным интеллектом не ощущают свой сниженный интеллект. Вот. Поэтому, если вам кажется, что вы где-то не справляетесь с интеллектуальными задачами, это неплохо, это наоборот такой правильный подход. Да? Здесь не нужно, как бы сказать, носить корону и говорить, что ты самый умный. Вот. Но если говорить про практическую составляющую, понимаете, вы начнете хорошо разбираться в целом пуле вопросов, если вы изучите мат-часть, ну, какие-то ключевые фундаментальные вещи, которые лежат в основе разных уже каких-то конкретных знаний. Если вы собрались заниматься, там, условно говоря, экономикой, вам нужно узнать, из чего, вот из каких кубиков складывается ее основа. Ну и дальше начнете разбираться во всем.